Ну что ж, Ариару, народ, микрофон Мамору, и это новая серия по такой увлекательной игрушке, как RimWorld. Так, замечательно. Питомцы, домашняя область. Блин, Ричан, спасай босса, срочно. Приди... Нет. Выбрось эту хрень. Вот лечи. Да, лечи. Все, больше не используй. Я все понимаю, но Джордан лучше сейчас носи. А Джесс, ты новенькая, да? А, развлечения. Ограничения. Так. Занимайся сейчас. Я все понимаю. То, что ты повар на первом месте. Но сейчас ты носильщик на первом месте. Уборщик на третьем. Четверочка. Врач. Лечи сейчас. Сейчас лечи. Раз, давай. Сенечка, отдыхай. Голод, босс. Ричан, можешь покормить его, пожалуйста? Корми. Потому что нежелательно, чтобы у нас сейчас колонисты померли. Вот сейчас вообще не вовремя. У нас из живых колонистов осталось вообще нет никого. Блин, а тут... А, я сейчас глупую ошибку допустил. Ладно. Что мы делаем сейчас? Ограничение домашней области оставим всем. Поклонно запрещаем ходить через эту дверь. Пельмень, если успеешь... Из дерева. Просто из дерева. Просто вот так вот. Пельмень, сейчас просто в приоритете у тебя вот это вот. Работает проект, стена из дерева. Работает проект. Давай, пельмень, ты успеешь, я в тебе верю. Давай, пельмень. Я надеюсь, ты успеешь это сделать. Просто это максимально важно. Давай, еще одну. Все. Мы успели это сделать. По идее, рысь сейчас нам никак не сможет попасть. Все, замечательно, мы пережили это. Голод у кого? Ричан, корми, пожалуйста, их. Голод, Саня и спите. Если хотите, можешь хоть. Но. Пожар. Ребят, подорвитесь. Замечательно. Все, вперед заниматься с делами, потому что делов много. Пельмени, ты можешь... Так, бронекуртка. Нормально, 93 качества на день. А также нужно винтовку нормального качества. А после тебе нужно будет надеть бронежилет. А также нужно будет спиди надеть бронежилет. И взять усиление от оружия дальнего боя, да? Бери дробовик. Что ты сделал? Как это произошло, Джордан? Просто как это произошло? Как это могло произойти, Джордан? Взял... Блядь, Джордан. Хорошо, что я сохранился. Я понимаю, что смертельная болезнь. Просто нельзя. Все под запретом. Все. Класс. Я рад за нее. Занимайтесь переноской, занимайтесь всем, чем нужно. Я открываю вот этот вот. И трупы все вот это вот переносите. Также нужно построить. У нас чего? Мрамора много. Из мрамора. Нужно построить вот такую вот фигню. И. Так, отменить. Такую вот фигню, а также сделать область, игнорировать крыши, вот это все убрать крыши, точнее, хотя бы вот так вот. А также здесь будет вот такая вот дверь, одна маленькая дверка, чтобы в случае такой вот опасности, как с пумами, это просто взялось и закрылось. Две дверки лучше, лучше три, лучше не такие, а автоматически. Потому что провода тут есть, и думаю, дотянется еще. Фу, да, конечно геморройно было, ну ладно, мы справились, хорошо.
Также нужно будет сейчас вот так вот уменьшить область. И расширить ее. А зачем я делаю такую большую область? Для того, чтобы пумы не могли входить. А все потому, что для их привлечения, для людей, привлечения людей нужны ветряки или генераторы какие-нибудь, чтобы они нашли в киллбокс. И это необходимо. Короче, я зря это делаю сейчас тему. Так, вот это вот отменить, разбирать. Даже думаю, лучше это будет поменьше области, не менее. Даже можно было вот так вот сделать. Но слишком маленько, ладно. Забить просто, и все. Джесс, ты у нас повар, и вперед. Не-не-не, ты не поняла. Ты вот здесь вот повар, в первую очередь. Задание, детали. Любой мастер и Джесс. Давай ты простое блюдо не будешь готовить, а будет готовить только Ричан. И получается, у нас делаешь... Сусло? Замечательно. Это просто гениально. Это просто великолепно. Просто шикардосина. А Жест, ты можешь сделать? Брожение в конечном температуре. Жара 33 градуса. А сколько должна быть? 32. Ты серьезно сейчас? Ну кого? Хионер, что с тобой? Нормально все будет, не бзди. Жить будешь. Так. Что у нас по персонам? Дальний хороший и ремесленник хороший. Берем. Просто берем и вербуем. А ты у нас... ремесленник такое, ну. Дальник. Отпустим. Ты у нас просто идеальный, наверное, да? Да, если выживешь, то жить здоровье. Простая диета. И тебе тоже простая. А, я индюков могу продать. Ладно, коты, кошки. Лабрадоры, понятно. Муфала. Не оставлю. Самка хаски оставлю. Альпаки, ладно. Простые блюда, окей. Шикарные, окей. Мясо рыси, это ладно. Нетопливо, окей. Нитрамин, окей. Компоненты я, пожалуй, куплю все. Это дорого, правда. Ну ладно, ткань. Вот, который больше всего продам. А вот еще. 944 ткани. Окей, продам. Дело ткань, гипертонь, легкая кожа, собачья шкура, волчья шкура, мягкие шкуры пантеры. Косяк, дым листа продаю. Сталь, окей, оставляю. Окей, ладно. Не продаю. Древеси, пиво. Продаю. Рубашка и ткань, окей, штаны и ткани. Отлично. Оставлю, пожалуй, пуховик, продам. Шляпа, гипертоне. Не носить не будем, думаю. А, нет. Скульптуры все продаю. Так, теперь смотрим, что мы можем купить у него. Коты и кошки, хакура, кас, это наша лабрадор. Цена наша. И вот наши три хаски, и все. Больше хаски нет, я бы хайского мальчика купил, но не могу. Ладно, это не суть, важно. Ткань. Пошу психина. Медикаменты можешь купить, 29 штук. Да, куплю, пожалуй, это хуже не будет. Давайте, ребят, давайте, подорвались. Ёла, сейчас вот перенеси. Вот в быстром, в порядке, пока не испортились. Так, сусло. А, теперь по температуре нормально все. А, пиола, или ты... Заполняй, и все. А ты сколько нужно больше? 20 единиц для... А 25 единиц сусла, окей. Окей, атакуй кого хочешь, мне без разницы. А мы же договорились, что мы тебя выпускаем. Почему тебя никто не выпустил еще до сих пор? Джордан? Может выпустить его, нет? Типа... Окей, ладно. Что ты его выпустить не можешь, типа, в чем проблема? А, я понял, почему мы выпустить не можем. Почему вы не можете перенести обычную одежду сюда, нет? Типа, камон. Кстати, тут все закончилось, значит, можно вот это вот разбирать. А также нужно будет сделать новую область. Думаю, это будет область 1. Которую... В случае чего будут сбегаться все наши колонисты. Это будет на случай того, что такие же бешеные животные придут просто и будут нам ататай делать. Нам без разницы. Вот такая вот область будет один. И да, думаю, сойдет. Пельмень, иди, пожалуйста, займись этим. И пока на нас никто нападать не хочет, это хорошо. Почему Джесс, допустим, та же самая не может перенести, блин? Почему вы тупите и не можете перенести обычно? Принести обычные вещи, а? И у нас, кстати, мясо закончилось. Неожиданно быстро. Давайте всех муфлов приручим, также заколем.
если сможем. Альпака тут умерла. Девочки всякие эти, стрелочки. Вот в чем муфлы, которых можно приручить. Короче, работа не початый край, поэтому занимайся. Виола, ты можешь перенести, пожалуйста, вот это все? Хотя бы нормальное оружие. В смысле, 51 градус? Охренеть. Почему тут так жарко-то? Надо еще одну плиту ставить, потому что у нас один не вывозит. На всю колонию готовить. Джордан, в принципе, можешь, если хочешь, пойти поторговать. В принципе, я не против. Так, пельмени, раз, бери. Это мертва, окей. Это пофиг. А... Босс. Босс, иди сюда. Аричан, спасай хаски. Давайте быстрее, потому что хаски может умереть. Давай, босс. 7, 6, 5, 4. Не успел. Иди копай могилу. Я поздравляю тебя, ты не успел. Похорони. А стой. Ты куда дел? Джесси. Перенести. Чего внутри 8 градусов тепла? Так, стоять. Тут 7 градусов, тут 44. Неужели от печки? Давайте еще один кондит поставим. Этот на сколько работает? Минус 12, окей, минус 22. И это на минус 22. Также вот так, вот таким вот образом кондит. Пельмень, срочно, срочно, прям вот максимально срочно. Пельмень, не спи. Я тебе говорю, работай над проектом. Значит, работай над проектом, потому что это нужно делать быстрее. Максимально быстрее. Тут до 21 хватит охлаждать. Этот закрытый. Минус 19. Минус 20, думаю, хватит. Нет. Так, господи. А, минус 20. Минус 20. И минус 20. Слишком много хандейдов, но хотя бы еда не будет гнить. Это уже радует. Какого черта у нас пропала область посадки клубники? Я не понял. Это как работает вообще? Ричан, что ты делаешь? Ричан, вообще забудь, что такое ученый, потому что у тебя... А, я забыл, да, точно. Ладно, я забыл. Это бывает. Вкусное блюдо. Простое блюдо. 40 и 20. Вкусное. До X. А также вот это вот держать открытый, надо закрыть. 20-40 градусов, блин, это плохо. Надеюсь, не справляется, окей, вот так вот делаем. Еще муфла, да? Ой, как много муфла. А в принципе, хватит двух, остальных можно зарезать. И пожалуйста, пожалуйста, муфалята. Давайте вы, питомцы, сейчас, где питомцы? Вот вы, которые остались, первые двое, да? Вы живите, вы душатники, пожалуйста. У нас ночь, и у нас продолжается наш цикл. Так, на чем мы остановились? Ага. Вот это, пожалуй, надо разрешить даже. Так, это плохо. Это максимально плохо, вот то, что здесь это есть. Давайте, что мы будем делать? Зря, наверное, я так сделал. Только начал запись, и уже... Начались падать осколки корабля. Ладно. Давайте у нас сейчас настанет день. А для начала приказать. Нужно вот эту всю область потушить. Давайте подорвитесь. Замечательно. И уменьшаем домашнюю область настолько. Также нам нужно будет в срочном порядке сделать стену, желательно из гранита. Давайте сделаем вот так вот. Раз-два. 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 И раз-два. Это будет первая линия обороны. И еще мешки с пешком. С песком. Джесс, ты можешь заняться тем, что будешь заполнять бочки, пожалуйста, потому что желательно, чтобы они были заполнены. Пожалуй, раз пошла такая пьянка, пожалуй, можно будет здесь вот сделать небольшой выход. И вход одновременно. Также нужно будет уменьшить вот так вот область.
и расширить вот так вот область. Замечательно. Пельмень, как у тебя дела с этими? Ага. Почти все готово, ладно. Это хорошо. Он убивает все растения, это плохо. Вот уже радиус заражения виден, и это плохо. Солнечная вспышка, пофиг. Хотя не пофиг, у нас, да, они перестали работать, функционировать, ладно. Надо как-то выходить из этой ситуации. Так, пленник, что у нас? Ладно, сложность вербовки, ладно. Это терпит, пока терпит. Надо же, у нас появилось молоко. Неплохо. Только давайте вот здесь вот мы... продовольствие, продукты животного происхождения запретим. А молоко тут не разрешено, окей. А тут мы разрешим молоко. У нас запрещено молоко, поэтому, босс, я так понимаю, ты можешь... Я Джордан? Невозможно перейти, нет свободного места, настроенного для хранения этого. Все, общий сбор, так, вы вдвоем идите сюда. Давайте сейчас, нет, не сейчас, сохранимся. Пельмень, иди вставай сюда. Босс, вставай сюда лучше будет, мне кажется, да. Речан сюда, Пиола сюда. Сеня, у тебя что? Дробовик, а ты какой стрелок? Ты хороший стрелок, давайте его дробовик уберем и дадим тебе. Хорошо, пистолет, пулемет, окей. Давайте по-быстрому. Сеня, давай, быстрее. Сеня, ты у нас в режим боя, вот сюда вот вставай. Еще Сеня, Сеня, давай. Так, Сеня. И остался у нас Спиди, который уже пойдет активировать саму бомбу. Ну, как бомбу, разоруженный корабль. Спиди. Так, его нужно будет... А, то есть Спиди особо не нужен, поэтому сюда иди. И вам я прикажу, пожалуй, так. Ты правильно стоишь, ты вот сюда. Сюда и сюда. Начните атаковать. А теперь атакуйте. Так, два механоида, два жнеца. Лучше первоначально атаковать вот этого. Ты, пельмень, иди сюда. Быстрее, пельмень, сюда иди. Быстрее, пельмень. Атакуй. Так, замечательно. А, пельмень, перебегай сюда. А вы начните стрелять в этого механоида. Пока он косит, это хорошо. Все же замечательно. Так. Вещает, расположен на улице, окей. Можем их перенести, так. Да, можем перенести, в принципе. Вы можете идти заниматься своими делами. Босс и племень, пошли сюда. И уничтожить корабль. Также нужно будет вот этот все разобрать, чтобы наши враги не смогли этим пользоваться. Вот и все. Это все можно даже разрешить. И перенести металлолом вы можете? Нет, вам не можете, потому что вы на вам не назначено место для хранения металлолома. Правильно понимаю? Обломки и металлолом есть у вас где носить, поэтому вам нужно это все срочно перенести, желательно быстрее. И муфала мы, пожалуй, назначим. Муфала 1.2, область 1. Хотя домашняя область. Путь бродит и едят. А индюков, они пока здесь находятся с альпакой. То есть их популяция будет постепенно уменьшаться, пока еда не кончится. И они тут подохнут. Да, думаю, нормальный план. То есть, что я имею в виду? То, что здесь вот не сможет бесконечно плодиться эти питомцы. Рано или поздно их популяция настолько увеличится, что еды не будет хватать, и они начнут умирать. А их туши, которые с голода подохли, мы сможем все забирать и уже ими питаться. И думаю, замечательно. Небольшая такая ферма получилась.